Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алексей, он же Crazy Life, и сегодня у нас речь пойдет о том, какую же карту фармить на золото. Что ж, давайте для начала... Так, стоп, хорош маячить. Давайте для начала оденем шмотки на голд, я предварительно это уже сделал. Если вы не знаете, что это за такие за шмотки, ссылочка внизу о том, как их раздобыть. Ну и, собственно говоря, переходим на локацию. Что же я хотел сказать? По поводу локации. Фармят обычно подземелье Адамара, но так как, допустим, если вы бегаете очень-очень много, и она вас просто-таки вымораживает, можно еще Змеиный Утес. Не знаю, очень нравится мне эта карта, там так, в принципе, по прямой бегаете-бегаете. Сейчас давайте пробежимся по этой карте. Я активировал чит, чтобы это было все быстрее. И я вам расскажу маленькие тонкости при игре в группе, если вы будете фармить в группе. Все отлично разлетается, тут херачим. В общем, я буду делать акцент на игру в группе. То есть, тут есть пару моментов, которые надо учитывать, когда вы играете в группе. То есть, также активировали чит, одели шмотки на голду и погнали. То есть, даже соло, не соло, без разницы. В принципе, можно и соло фармить, почему нет? Я очень часто бегал соло. Никто не мешает, вы вольны делать, что хотите. Там надо, если вам покушать, еще куда-то отойти в туалет. Никто вас не ограничивает в этом. Так, по поводу группы. Вот первый момент. Сейчас убью уже их до конца. Если группа из трех человек, соответственно, выбегает. Один пробегает вот посуда. Вот так вот. А второй, соответственно, идет, выходит. Что-то меня немножко притормаживает. Игруха. Один пробегает вот посуда сразу по низу. И один, соответственно, третий заходит вот сюда. Вот. То есть второй и третий пробегают вот потуда. И с единственным небольшим отклонением, что вот здесь вот пробегает человек один. Здесь по низу идет второй. И третий вот по центру проходит. Это для игры в группе. Это, в принципе, игроки, которые фармят, они это знают, и поэтому зачастую матерятся на тех, кто бегает карту, то фармит в группе и не знает, как правильно пробегать. Ну, вот такой вот момент есть. В принципе, если вы играете один, вообще насрать, как вы будете пробегать. Тут, в принципе, вы все вместе втроем пробегаете. Ох, сколько вас тут. Почему фармят именно эту карту? Во-первых, потому что тут куча мобов, куча ящичков, все это засчитывается и по голде, и по дропу. В общем, здесь вообще позитивно с дропом и с голдой. Да что ж ты меня притормаживаешь, что ты меня прям пугаешь. Так, вот, еще один момент при игре в группе. Соответственно, три пути. Раз, два, три. Если вас трое, то вы разбегаетесь по трем направлениям. Если вас двое, один бежит поверху, один по низу. Но маленькое условие, так я тут врагов уже убил. Вы просто вот так вот пробегаете, вдвоем, втроем, без разницы. Вы пробегаете, идете до суда, мобы, соответственно, снизу подтягиваются к вам. Вот, допустим, здесь прошли мы, да? То есть вот так вот по низу прошли. Вот, смотрите, бежим. Они агрятся на вас. Ох, да что... Все-таки автоатака все портит. В общем, доходите до суда. Он вообще атакует сам. Я вообще не жму. Охренеть. А вот это чит. В общем, ладно, чит мне не дал показать. В общем, просто пробегаете по центру, если вас трое. Если двое, пробегаете по краям, стыкуетесь вот здесь. Мобы следуют за вами. И здесь уже втроем или вдвоем всех убиваете. Это очень важный момент. Потому что те, допустим, если вы пойдете по низу, а второй пойдет поверху, вы начнете снизу убивать мобов, он голды не получает. Также и, допустим, если кто-то пойдет поверху, он голды не получает. В общем, копируйтесь там в центре и уже убиваете все. Ну, тут, в принципе, вы вверху пересекаетесь и убежите сюда уже, да, дофигариваете ящики, дофигариваете мобов. То есть, вот такие вот два акцента, которые очень важно соблюдать при фарме этой карты в группе. Ну, а если, соответственно, вы бегаете один, то... Бегайте как хотите, соответственно. Давайте подберем камушек. Ну, в общем, на этом все. Змеиный утес, она чисто для разнообразия. Хорошая карта, там, в принципе, есть разветвление, но не обязательно по ним бегать. Можете просто бегать по прямой, совершенно без проблем.
Вот такие дела. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ссылочка с прохождением других видосов King's Road в описании под видео. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.